думаю, прям вот сюда. От нашей ведущей, от Даши Александровой. Если предположить, что талант передается через века, то кем были ваши предки и кем будут потомки в веке 28-м? Династия волшебников, наверное. Я так уже представляю моего пра-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 пра. Дедушку сжигают на костре, да? Мы очень удачно родились в нужное время, в нужном месте. А 28 век? Наш жанр идет в ногу со временем. Да. Страшно представить, что будет в 28 столетии, когда будут автомобили летать. Помните, как назад будущее, да? 2015 век просто был показан. Мы, кстати, уже умеем так, этот трюк делать. Одно что-то, да. Сами завязываются. Тут уже богатая фантазия наших ученых, которые наверняка сделают что-то невероятное. А мы, конечно же, все это будем использовать в нашем жанре, в нашем ремесле. Ах, как прям прекрасно. Да, и такая дальше пойду. От Степы Иванова. Если бы у вас сейчас попросили резюме в графе навыки, что бы вы написали? Мощный навык, да, лень называется. Я очень люблю проводить время дома перед телевизором. Готовите не больше, наверное. Очень люблю готовить, очень люблю поесть вкусно. У меня жена сейчас на диете, занимается фитнесом, и поэтому... Вы как бы спасаете ее. Я спасаю еду, реально. Я спасаю холодильник. Очень хороший навык, что очень полезный, прям спасающий такой. Скоро вот исчезну в пучине декораций. В детстве между братьями делили конфеты, вкусняшку какую? Конечно, делили. Я сам свою съедал, и брата Андрея всегда съедал. Справедливо. А у старшего выменивал на что-то. Мешочек пиндали или мешочек с мехом. Поэтому смотри, они у меня везде прячутся, исчезают, а я только с микрофончиком хожу по сцене. Тут махнул рукой, а между делом пошел перекусил еще. Они у меня как раз фокусы делают, а я магию. А у меня магия, понимаешь? Тоже хорошо. Экзамен по какому предмету вы бы ввели везде, и чтобы без него даже никуда не поступить было? У меня давно была мечта открыть свою школу, обучать детей нашему ремеслу. Мы открыли сейчас школу. Да, первым в истории это сделал Дэвид Копперфилд. Разработал методику развития моторики, развития воображения, фантазии, актерского искусства. Ведь все, что мы делаем, это как раз... Только детей, да. Я сама записалась. Тебе и отдельные уроки, да. Жена пока не слышит. Нет, это все очень... С точки зрения творчества. Мы исключительно только о творчестве, друзья. Ничего личного. Но это прекрасно. Да, и если серьезно, то впечатляет не фокус, а личность, которая его показывает. Это главный успех нашего искусства. Попросим для нашего зрителя автограф. Хорошо? С удовольствием. За всех братьев прекрасно. Если вы будете творить добро, то мир станет волшебным. Вот это я вам и желаю. Ну, мне кажется, я даже сама научилась немножечко волшебству. Сейчас попробую исчезнуть, ладно? Давай. Сейчас. На раз, два, три. Просто так. Прям оп!